Ассаляму алейкум, Ахай Лав, скайп-версия. У нас сегодня Руслан Курбанов, Анар Гасанов, журналист, политолог. Мы Наримана видим. Нариман, помаши рукой. Одно из важных событий, которые происходят в этом году, это ситуация в Нагорном Карабахе, в Азербайджане. Вот, в связи с этим вот, хотелось бы обратиться к нашему брату Анару. Мы, вот, крымские татары, глубоко переживаем за братский народ Азербайджан. Понимаем, что Азербайджан сегодня возвращает свои законные территории. И вот хотелось бы, Анар, услышать от тебя, что для вас, для азербайджанцев, такой Нагорный Карабах, что сегодня там происходит и какой исход ожидаешь? Спасибо за вопрос. На самом деле Азербайджан сегодня переживает исторические дни. Я не назову эти дни страшными, тяжелыми, трагическими. Для нас сегодня возрождается азербайджанская армия в Карабахе. Сегодня Азербайджан встает с колени. На сегодняшний день, начиная с 27 числа, мы как народ Азербайджана, становится величественным. Он возвращает себе то, что принадлежит по праву, по закону этому народу, этому государству. Помимо всего этого, мы доказываем себя на Кавказе. Мы, это не гордыня, мы давно отказались от слабого максимализма. Мы давным-давно предлагали все цивильные формы, формулы нашим политическим оппонентам. Но мы были оскорблены на политическом уровне, на уровне политической элиты Армении. И на сегодняшний день мы идем против интересов многих мировых держав, которые относятся к этой проблеме дирижерским подходом, которые не могут видеть водораздел между жертвой и агрессором. Поэтому, не слушая никого, мы сегодня очищаем свои территории. Мы сегодня ведем отечественную войну против оккупантов. Что для азербайджанца Карабах? Карабах – регион, который был оккупирован. И сегодня, 27 октября, уже 5 районов Азербайджан вернул. 5 райцентров, около 170 деревень, 2-3 поселка и несколько райцентров. Карабах – тот регион, откуда были изгнаны 1 000 000 азербайджанцев. Карабах, где все мечети были превращены в свинарники. И Карабах – это не только культурный, колыбель культуры азербайджанского народа. Карабах – честь, достоинство азербайджанского народа. Без Карабаха нет азербайджанской государственности. Представляете себе, если 20% территории России оккупированы. Это почти до Урала. Этим смириться можно 30 лет? Я думаю, что нет. Сегодня Азербайджан с 27 сентября делает то, что делал великий советский народ 6 декабря под Москвой. Кто хочет, как пусть так и понимает. Кто, для кого-то это может быть наступлением, контрнаступлением, джихадом, без разницы. Мы освобождаем свои территории. И очень приятно, что и власть категорична в этом вопросе, и народ идет за президентом. На сегодняшний день азербайджанский народ закаляется на этой войне. Азербайджанский народ демонстрирует ту солидарность, который до сегодняшнего дня был протокольным, какие-то фигуры речи. И если вернуться к истории Карабаха, я бы хотел коснуться трёх документов, важных документов по поводу этнического состава Карабаха. Это 1822 год, налоговый реестр Карабахской провинции. Этот документ хранится в Тифлисском архиве. В Карабахской провинции проживало 20 тысяч семей, то есть 90 тысяч человек. Из 20 тысяч семей 15 тысяч семей были азербайджанскими. Более 4 тысяч семей были армянскими. Был всего один город, город Шуша. Всего один город в Карабахском регионе Азербайджана, в Карабахской провинции. Потому что Карабах вошел в состав Российской империи в 1805 году. Всего один город Шуша, и в городе Шуша
1111 азербайджанских семей и 421 армянских семей. Второй документ по поводу этнического состава, как этот этнический облик региона изменился. Второй документ — это 1897 год. Значит, первая перепись населения, значит, закавказских регионов. Это была первая научно обоснованная перепись, куда были интегрированы все статистические данные по местам, по уездам, по деревням, по городам Елизаветпольской губернии. Опять-таки, если обращать внимание, Елизаветпольская губерния, куда входил Карабахский регион, проживало 900 тысяч человек. Это был большой регион, куда входил и Зангезур, и Гёрус, и Джаванширский уезд, и Джибраильский уезд, и Арешский уезд, даже Нуха, город, который сейчас называется Шеки, и город Генджа. Из 900 тысяч населения 545 тысяч были азербайджанцы. Армян стало, почему в Карабахе, больше, потому что было целенаправленное переселение христианского населения после персидско-русских войн, после османско-русских войн и после балканских войн. 284 тысячи армянского населения было переселено из Персии и из Турции на территории Ереванской и Елизаветпольской губернии. Несмотря на это, третий документ, 1916 год, календарь Кавказа. По календарю Кавказа опять азербайджанцев Елизаветпольской губернии составляло большинство. Только в одном регионе, в Шушинском регионе, армян стало больше. Потому что 73 тысячи армян, 65 тысяч азербайджанцев. Это был результатом переселенческой политики Российской империи. Что я хочу сказать? Азербайджанский народ готов к большим потерям. Азербайджанский народ в этом вопросе мечтает остановить эту войну, когда мы дойдем до нашей границы и восстановим территориальную целостность. Цель Шуша, цель Ханкенди, то есть, который переименован 20-х годов 20 века в Степанакерт. Цель Азербайджана — достичь до территориальной целостности и восстановить территориальную целостность. Если коротко, вот так. Скажи, пожалуйста, вот когда Азербайджан заберет полностью все, вернет все свои территории, столица Карабаха будет Шуша город? Я думаю, что вот административная единица Нагорный Карабах, он был навязан нам большевиками, потому что его делили на Нагорную часть, на низменную часть. Это единое целое. Я думаю, что мы упраздним эту административную единицу. Будет Карабахский регион Азербайджана, как Кубинский регион, как Куба, как Линкорань. Не будет никакой широкой автономии. Я лично сторонник того, чтобы вообще не было автономии. Потому что в Азербайджане, азербайджанский народ — это многонациональный народ. Почему, если дать им широкую автономию, почему дать не другим? Азербайджан — унитарное государство, поэтому надо упразднить. Конечно, главным центром, так скажем, административным центром Карабахского региона был и должен остаться город Шуша. Я вам скажу, в Карабахе в 18 веке был единственный город, который был основан Пенахали ханом 1748-50 год. Это город Шуша. Поэтому надо быть верным традициям и оставить этот город главным центром Карабахского региона. Нариман, еще один вопрос. Один вопрос, если можно, чтобы продолжение темы. Армяне, которые проживают на Горном Карабахе, в принципе, вот их самих отношение вот к этому или освобождению, или многие говорят, это завоевание, и говорят, что они сильно отличаются от армян, российских армян, от армян, которые живут в Армении. Вот твое мнение, и что с ними вот на сегодняшний день? Как они реагируют на это?
И вот политика Азербайджана на сегодняшний день по отношению к ним, она куда приведет? Их планируют выселить или им планируют предоставить отдельные территории? Ну, политика Азербайджана, я понимаю, народ идет вперед, все за, а вот что с ними? Вот в любом случае, ну, мнение мира... Вопрос да. Ясен, Нариман. В Азербайджане 7 православных церквей, несколько синагогов. Сегодня мы хороним наших русских братьев и называем шахидами. Сегодня в аллее шахидов Азербайджана похоронен горский еврей Альберт Агарунов, национальный герой Азербайджана. То есть для нас есть важна гражданская нация. В пределах Азербайджана и лезгин азербайджанец, и турк азербайджанец, и курд, и талыш – все азербайджанцы. И поэтому родина для этих людей не ограничится своими селами, своими районами. Я думаю, что армянам будет такое же отношение, армянам Карабаха, если они не причастны в убийстве, если они не причастны в военных преступлениях, как Качарян, как Саркисян, как Арутунян. Если они не причастны в военных преступлениях, они будут жить. Сегодня мы готовы обеспечить им такую же жизнь, которую обеспечиваем людям и в Баку, и в Гянджи. Азербайджанский народ сам по себе мягкий народ. Мы не агрессивный народ. Мы только вот состав Азербайджана говорит о том, что мы терпимый народ. И поэтому все эти отсылки архетипам, что будет геноцид, мол, будет чистка. Мы очистим территорию от оккупантов, но не армянского населения. Это наши граждане. Они тоже заложники ситуации. Это этно-территориальный конфликт. Ведь до 1991 года в той же Нагорно-Карабахской автономной области все прокуроры, все главы исполнительной власти, все судьи во всех инстанциях были представлены армяне, так как их было 77%, азербайджанцев было 22%. Значит, в областной совете везде были они представлены. Они на этой войне потеряли больше, чем они заработали. Они потеряли город Баку, они потеряли самые крупные города Азербайджана, где занимали очень важные должности. Это было городским населением. Они все потеряли. Они сейчас потеряют, точнее, я имею в виду, Армения, вот именно своей агрессивной политикой, конечно же, потеряет много чего. И мы на этой войне отбросили Армению на 100 лет назад. Мы провалили их план воссоединения Миацум. Не будет Миацума, не будет воссоединения Карабаха с Арменией. Анар, вот смотри, Ильхам Алиев на своей страничке в Твиттере написал: «Мы видим будущее Карабахского региона как мирную территорию. Своими инвестициями и опытом воссоздания страны мы можем превратить этот регион в один из самых благополучных регионов мира. Но для этого должны быть устранены последствия войны». Я слышал такую информацию, что сегодня в 5 освобожденных районах идут инвестиции в виде каких-то бюджетных средств на восстановление инфраструктуры городов. Так ли это, правда? Да, я знаю, что уже государственная организация Азер-Ишик, которая восстанавливает электричество в этих районах, уже приступил к работе. И другие инстанции властей Азербайджана приступили к восстановлению этих регионов. То есть мы уже не представляем, что мы отступим сантиметр от этих позиций. А мы не представляем, какая-то держава может нас заставить отступить. И я вам скажу, все контрнаступления вооруженных сил Армении, они безуспешны. На сегодняшний день все те позиции, которые были освобождены, они остаются за нами. Даже в 2016 году, когда мы освободили 22 боевых позиций, мы не отступили от этих позиций. Для нас уже позор отступить от какой-то позиции. Для этого есть мощная армия и мощный резерв, и мобилизованный народ. Поэтому немыслимо
немыслимо, что нас кто-то может заставить, потому что на сегодняшний день уже бои идут, собственно, на территории бывшей Нагорно-Карабахской автономной области. Мы уже, дай Бог, сегодня, завтра, может, послезавтра восстановим, поднимем азербайджанский флаг в районах Нагорно-Карабахской автономной области. И никто не сможет нас оттуда попросить, в кавычках, уйти. Мы восстановим полностью. У нас есть силы. Если что, есть сильная диаспора. На сегодняшний день диаспора миллионы отправляет в Азербайджан. Вся диаспора мобилизована. В Москве ребята, которые зарабатывают $1000, они $300 отправляют туда разными путями. Все преподаватели отправляют. На рынке, который занимается торговлей, отправляют деньги. Богатые миллиардеры, которые в Форбсе, отправляют в своих масштабах. Народ так мобилизован. Я просто знаю, что просто не верится, что кто-то может нас остановить. Ну, здесь должен я отметить, что Россия относится с пониманием, и мы благодарны России, благодарны Путину и его выступлению в Алдайском заседании. Это был в пользу Азербайджана. Понятное дело, что если делить это выступление на две части, в историческом контексте были, есть у нас вопросы, но позиция Путина в сегодняшнем состоянии этого конфликта полностью устраивает Азербайджан. Мы благодарны России за невмешательство. Пускай, в кавычках, это доблестная армия, так называемая, пускай борется с азербайджанским аскером. Посмотрим, как получится у них. Вот, азербайджанский народ, вот понятно наступление, а вот что потом, вот что преследует, какой итог всего этого вы видите? Вот мы восстановим эти деревни, мы восстановим эти храмы, мы восстановим наши церкви, мы восстановим деревни, где проживали армяне компактно, и мы готовы, мы открыты, чтобы армяне жили в этих деревнях. Они наши граждане, они избирались на разные должности, они имеют право быть там и главой исполнительной власти, и во всех инстанциях быть представлены. Они будут в Милли Меджлисе, парламенте Азербайджана. Там статус будет такой, какой будет избран, верно? Совершенно верно. Ведь сегодняшний день, после ожесточенной войны в Чечне, ведь возвращаются же православные в Чечню, и создаются же для них условия. Ведь нет никаких проблем. Восстанавливаются церкви, это же граждане общей страны. То же самое, мы не против мирного населения армян, мы готовы, чтобы они вернулись обратно. На сегодняшний день 60 тысяч по информации военной хунты, по информации армянских властей, 60 тысяч карабахских армян уже переселены, переехали в Армению. Мы готовы, мы ждем их после освобождения, пускай возвращаются в Азербайджан, они являются нашими гражданами. Ана, вот смотри, во время этого конфликта многие российские блогеры, в том числе и крымские блогеры, начали там верещать, кричать, что Турция помогает Азербайджану, что Азербайджан не сам ведет эту войну. А поскольку Турция сегодня не признает Крым частью российской территории, многие крымские блогеры начали писать, что типа сейчас Турция, что это станет поводом для того, чтобы Украине вернуть Крым, и Турция может стать рядом с Украиной. И как всегда, на первый план здесь выходит вопрос с крымскими татарами. То есть вот даже есть у нас один блогер, не буду называть фамилию, он на своей странице в Фейсбуке написал, что Турция развязала конфликт на Горном Карабахе, в котором поддерживает азербайджанских мусульман, Турция поддерживает радикальных крымских татар, стерпим, значит следующим будет Крым. Вот что скажешь по этому поводу? Шериф, это всего лишь алармистские предупреждения и не имеют предпосылки. И в основном, если попросить уйти с телеканалов Багдасарьяна, Бабаяна, Симоньяна и Кургиняна, наверное, не будет такой антитурецкой риторики. Патриоты России, они не хотят сталкивать лбами Турцию и Россию. Во-первых, Турция единственная страна НАТО, которая дала разрешение российским специалистам строить атомную электрическую станцию в Мерсине.
Турция единственная страна НАТО, которая не подписывала санкции против России. И опять-таки вернемся к выступлению Владимира Путина в Валдайском заседании. Президент страны сказал, что Эрдоган тот политик, с которым можно найти общий язык. Да, интересы сталкиваются в Ливии, но легко решаются и в Сирии, и в Ливии. И поэтому вся эта антитурецкая риторика, это называется односторонний негативный вентиль в пропаганде. И мишенью, и запущен этот вентиль по отношению к Турции из-за интересов Армении. Я называл в начале выступления и Багдасаряна, Багдасарова, и Кургиняна, и Симоньян, и Бабаян. Они, по вашему сведению, в основном защищают интересы не России, а Армении. И они всегда отсылаются к архетипам и постоянно хотят восстанавливать генетическую память 12 или 16 турецко-русских войн. Но сегодня мир диктует другие условия. Сегодня тысячи километров границы между Азербайджаном и Арменией – препятствия для логистических проектов между Турцией и Россией. И Владимир Путин, и Реджеп Тайип Эрдоган – они прагматичные политики. Просто Армения – препятствие на пути всех международных проектов. Вы думаете, что Россия не вмешивается, а это просто так? Я считаю, что Россия и Армения в этом вопросе, в Карабахском регионе, точнее, Россия и Турция в Карабахском регионе, они союзники. Они союзники. И эта риторика, она с какой-то стороны, это чтобы сбалансировать. Ведь в России 3 миллиона армянской диаспоры. Ведь Армения является военным союзником России. Ведь надо же как-то баланс держать. В официальном уровне мы видим поддержку России со своим невмешательством. А на уровне общественности мы видим поддержку Армении. Я считаю, это искусственный баланс. Анар, скажи, пожалуйста, по твоим прогнозам или, может, информации, сколько это еще продлится, когда закончится вот эта война, военные действия? Я не военный эксперт, хотя постоянно получаю от довольно серьезных источников информации то, что происходит в Карабахе. Для вооруженных сил Армении самый решающий момент – это, значит, Лачинский коридор, который соединяет Нагорную часть Карабаха с Арменией. Единственный транспортный путь. Потому что на сегодняшний день второй путь под контролем вооруженных сил Азербайджана. Это называется дорога Кельбаджар-Варденис. Азербайджанская артиллерия сильно препятствует этому транспортному пути. На сегодняшний день азербайджанская армия в 10-12 километров от Лачинского коридора. Я не военачальник, я не знаю, какие маневры ожидают армян, но я считаю, что достаточно взять Хожавенский район, Мартунинский район, который находится в данное время от 10 километров от нахождения вооруженных сил Азербайджана. На сегодняшний день идут бои, чтобы мы освободили этот район. Это уже Нагорно-Карабахское плато. После Ходжавенда и после Лачинского коридора я советую Пашиняну подписать капитуляцию. Жалко 15-20 тысяч армян, которые там, их ждет только смерть. Потому что это котел. А я, как знающий человек региона, знаю, что если Лачинский коридор возьмем, весь Карабах будет окружен. И это будет котел. Мы мешок закрываем. Лачинским коридором мешок закрываем. Мне жалко тех ребят, которых там ждет только гибель. Понятно. А по срокам пока трудно сказать, да, конкретный? Да. Война полна сюрпризами. Угу. Сегодня благодаря спецназу Азербайджана и Байрактарам, беспилотным летательным аппаратам, Азербайджан делает просто... Азербайджанский солдат пишет историю, военную историю. Эта война будет изучаться еще в военных школах. Этот новый тип войны. Вот те танки, которые... вся тяжелая техника Армении, это просто мишень
для байрактаров, для хоробов, для израильских и для турецких беспилотников, которые Азербайджан за все эти годы нефтедоллары потратила и вот в множественном количестве приобрела данное вооружение. Я не знаю, вопрос, на мой взгляд, общавшись с генералами, известными военачальниками, я думаю, вопрос двух недель. Машалла. Но мы желаем справедливости в этой ситуации, чтобы Азербайджан скорее вернул свои законные исторические земли, территорию. И, безусловно, желаем всем народам, и армянскому, и азербайджанскому, наименьших потерь, чтобы люди не гибли, люди не умирали. Эти народы жили в мире, в согласии, уважали культуру, традиции друг друга, потому что земли много, народов много, мы все как бы братья по человечеству, поэтому искренне желаю всем народам жизни, здоровья. Вот Азербайджану справедливости очень приятно вот видеть, как сегодня государство буквально там за какое-то, ну, небольшое, если в историческом аспекте посмотреть, времени, встало на ноги, да, показало военную мощь, показало тактические подходы, ходы. Буквально вот реально импонирует президент Азербайджана, вот Ильхам Алиев, который дипломатично, тактично, просто вот комментирует, выдает посты, дает интервью, скажем так, даже вот интеллектуально вот бьет, да, и смотришь в другую сторону Пашиняна, какие-то, в каких-то там непонятных, скажем так, выходках, ну, такое, провокациях, пытаясь завести сюда и Россию, пытаясь сюда втянуть всех, но это не получается, и, видимо, уже понимают, скажем так, те, кто сегодня руководит режимом в Армении извне, понимают, что ставку сделали, наверное, не на ту кандидатуру, не на того человека. Скорее всего, я так думаю, я тоже не эксперт, там, не аналитик, но думаю, что после этой ситуации ждет отставка президента, премьер-министра Армении Пашиняна. Хотелось бы армянскому народу пожелать хорошего правителя, демократического режима, развития Армении, так же, как и Азербайджану. Поэтому успехов двум странам и народам.